Всем привет! У микрофона по-прежнему Темный Принц. Вначале вы увидели пример того, как записывается внутренний звук. Спасибо этому пользователю за идею. И сегодня в этом видео я вам покажу, как нужно записать внутренний звук. Не надо никаких рут-прав или даже внешних программ, потому что эта программа присутствует во всех Android-телефонах. Ну а мы не будем медлить, поехали! Для начала вам нужна программа под названием Game Launcher. Она присутствует во всех Android-телефонах, но если его нет, то просто скачивайте по ссылочке в описании. После запуска приложения вы должны увидеть белое меню. Для того, чтобы добавить игру или программу, мы должны нажать на библиотеку, справа мы видим три точки, и мы видим «Добавить приложение». Выбираем любую программу. Я просто выберу в качестве примера Instagram. Мы поняли, как добавить игру. Давайте я запущу любое приложение, и мы настроим эту видеозапись. После запуска игры будет иконка под названием Game Tools. Заходим, справа есть шестеренка. Это настройки. Заходим. И мы должны просто настроить запись или звук. В настройках мы увидим качество видео, запись и звук. Нам нужен параметр звука. Выбираем внутренний звук, то есть игры. Game Tools сохранил все эти настройки. Выходим и просто снимаем разные игры. Ну, как бы все, друзья. Спасибо за поддержку. Обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Если у вас есть разные вопросы, то напишите в комментариях. Ну а с вами был Темный Принц. Всем пока.